Вот этот вот набор камней для пригодится для устройства дорожки садовой. Прочность камней выше, чем бетон. Камней тут хватает, если покопаться в земле или снять слой растительный, то там такие камни всякие. А здесь вот еще обломки бывшего бетона, такой неармированный, тоже пойдет в основание дорожки. Это длинный, большой, так я разобью. Здесь вот остатки кирпича. Ну, кирпич даже я вот посмотрю, может, даже использую в другом месте. Не чисто как забутовку, а такие декоративные там сидушки посидеть. А это вот тоже камни. Это старые камни, чисто тяжелые такие. Тоже можно будет подумать, куда использовать. Не просто так на забутовку. А это вот лего кирпичи. Это сами мы делали. Пока завязали с этим делом, потому что нужны определенные наполнители, которые здесь, с которыми тут, ну, короче, невыгодно, их надо возить издалека. А это вот сегодня разбил. Это был мешок, наверное, года два или сколько, и цемент в нем уже превратился в камень такой. Тоже пойдет в основание. Разбивал вот этой вот кувалдой. Кувалдочку привез из Сибири. Вот такая вот она. Грубоватая, конечно. Но гарантийный срок у ней ничем не ограничен. При правильном использовании кувалда вечная. Вот еще жалко, куда-то делся. У меня там было такой типа гвоздодер, или не гвоздодер, а ломик такой здоровый. По-моему, железнодорожный, костыли вытаскивать. Но куда-то пропало. А здесь бы пригодился в селе. Несколько раз вспоминал, думаю, вот бы мне его сейчас. Потому что простой ломик, круглый, у него уже загнулся дугой. Ну, вот такие вот тут хозяйские будни. А это здесь вот заодно покажу. Это вот слива была. Более крупные вещи отпилил. На дрова пустил, эти остались вот такие ветки. А это даже не от слива, от слива не так гладкие, а у этого вот абрикоса они такие как с иголками, такие колючие, неудобные. Ну тоже пойдет в печь на растопку, сгодится.